известен второй закон Ньютона в традиционной форме: произведение массы на ускорение равно результирующей, действующей на тело. Для системы тел можно записать очень похожий закон. Закон, второй закон Ньютона в импульсной форме. Производная dp/dt равна внешней силе или сумме внешних сил. Рассмотрим пример. Тело массы m упруго соударяется со стенкой и отражается без потери скорости. Изменение импульса равно конечному импульсу минус начальный импульс, импульс после удара минус импульс до удара. По модулю V1 равно V2, а если напишем в векторном виде, то V2 будет равно минус V1 вектор. Поэтому ΔTP будет равно минус 2mV1 и не равно нулю, как всегда хочется сказать очень многим студентам.